И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Санек, Максим, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Ребята, сегодня у нас новая рубрика, которую вы ждали на моем канале тысячи лет, будет называться «Что можно сделать в Гаррис Моде за 10 минут?». Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. В Гаррис Моде есть очень классная функция, называется «Сохранение», и сейчас мы загрузим очень классный режим «Зомби Survival». Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика будем загружать очень эпические и веселые режимы. Смотрите, что вообще здесь появилось. Карта настолько изменена. Небо другое, скалы. Это очень круто все смотрится. И куча зомби. Ребята, если вам нравится этот режим, напишите, нам нравится. Мы будем записывать еще очень много раз. Потому что там тысячи страниц с очень крутыми загрузками. И режимами. Так, давайте перезарядимся, я покажу, как надо бить притык сразу и хэдкраб убивать. Так. Ты куда собрался? Офигенно, карта изменена, пацаны, вам нравится? Да. О, смотрите, здесь забор выломанный, можно прямо сюда зайти. Привет. Нифига себе, у тебя что-то мощное. Ой, ты чё? Ты на меня батон крышишь. Промахнулся, косожоп. Тихо, успокойся, мужик, ты чё? Так, мы всех перебили? Нет, еще, наверное, где-то есть. Да, я слышу, кричат зомби. Вот тут, наверное, в лесу. А вот в лесу здесь лындают. Люди, кто это строил, они просто красавчики. О, вот, бежит. Красиво я тебя подбил. Еще один улетел. Спасибо, что прикрываешь мою задницу. Ты куда собрался, как краб? А вот еще, пацаны, тут мост какой-то появился крутой. Тихо. Красиво мы их расчехлили. Смотрите, теперь немножечко добавим режим веселья. Даже не режим веселья, а классная постройка. Забегайте все быстро в дом. Быстрее, быстрее. Все, мы летим, пацаны. Ого, скорость полета увеличилась. О, вы летите, пацаны, я вас попробую подбить. Ой. Ну. Есть, смотрите, как красиво летит вниз все. Осколки падают. Ой, Гусаня, тут его диван упал. Где? Это вот тут валяется, иди, заберешь домой его. Ой, доски падают. Так, ребята, теперь мы загрузим очень классный режим. Это у нас будет горка с небоскребом. Смотрите. Так, залетаем все наверх. А, тут одно место. О, может вы как-то сядете мне на руки? У нас же Alt-E работает. Да. Давайте, садитесь. О, еще, еще. А кто доску поломает? Максим, садись. Давай, садись. Есть. Ребята, все вместе едем. Ребята, не забываем подписываться, ставить лайкосик и залетайте в наш Дискорд, пообщаемся. Мы выпускаем ролики каждый день, и вот такое что-то очень крутое и веселое. Так, отлично едем. Вам нравится эта горка? Да. Да. Я не знал, что матрасы так сильно скользят. Так. Здесь у нас что? О, чётенько, я думал, мы там не прорвемся. Начинается скорость! С разных материалов сделано, так прикольно. Это получается, да. Мы сейчас в конце залетим в речку туда? Наверное. Mm-hmm. Ой. Чё, кто-то выпал? Ух ты, мы чуть не выпали! Да, вот я об этом. Ну, я думал, разработчик все продумал, и мы не должны вылететь. Будет очень печально, если мы посреди горки вылетим просто вниз. Так, нормальненько пока все у нас. Все по красоте. Пацаны, удобно? Да. Я еще никогда гусеня и камерамена на руках не возил. С горки небоскреба. И Сквидварда. И то и Сквидварда, да. И вы еще такой, ребята, увидите. Нифига себе, мы сейчас проехали сквозь трубу. А это так должно быть? Да, походу это законно. Так, хорошо, здесь Да что это сейчас было? Я думал, мы опять упадем вниз. Ого, тут отражает все. Да, реально. Опа. Мы не можем, да, управлять ним, мы можем только сидеть. О, сейчас будет вниз спуск. Это будет очень быстро, о, ребята, вниз. Так, ну что, дальше. Готовьтесь. Сейчас будем в воду падать. 3, 2, 1. Полетим. Ускорение пошло! Офигенно, от первого лица вообще классно! Так, немножечко замедляемся. А это трамплин сейчас будет? А нет, я думал, будет трамплин в воду. И. Воу! Вот это класс! Офигенно! Все. Четко. Вот эта горка мне понравилась очень. Да, реально круто. Так, ребята, показываем, что еще здесь есть. Есть еще вот такой вот у нас режим, смотрите. Режим называется «Инфекция».
Давайте посмотрим, что здесь вообще сделали для нас разработчики. О, я слышу зомби. Ой, это типа наша база, да, пацаны? Да, все круто, очень сделано. Машины стоят. Гусонек, твоя тачка здесь стоит. Где? А это Максима машина. А, это прицеп. Так, я думаю, что нам сюда, да, надо? Нет. О, здесь оружие, пацаны. А я не могу его взять. А вот, да, патрончики можно взять. Так, раз тут есть патроны и оружие, значит, нам надо сейчас идти и мочить, наверное, зомби. Пошли. Я надеюсь, сюда нам надо? О, давайте я гранату брошу туда. Так, путь очищен. Погнали. Так. Целая миссия какая-то у нас, пацаны. Надо доски поубирать. Граната! О, живой. Нормально. Ого, здесь дырка в стене прям. Вот зомби! Погнали! А! Хэдкрафт вонючий! Так, надо арбалет брать. Арбалет получше будет. Там они много их там? Есть, красиво я их сложил. Так, что у нас, ребят, тут еще? Хэдкрафт лазит. Сюда. Идем, идем. Блин, полноценные миссии у нас в Горисмоде появились, те, которые можно просто проходить. На, красиво. О, смотрите, можно на ту крышу, получается, пройти еще. Пошлите. Это у нас задание. Ну да, смотри, прям по бортику. Только, пацаны, не попадайте по мне, пожалуйста. Это будет плохо. Ого, их тут. Да тихо, по спине стреляешь. Вот еще. Я даже не ожидал, что здесь еще так добавили кучу всего. Я думал, там внизу и все. Так. Это же вот людям нечего делать, вот они такое делают. Такое крутое делать, это, конечно, надо еще уметь. На такой простой карте куча всего заделали. Так и все, что ли? Нет, а не, вот туда еще я вижу. Радекс побежал туда. Вертолет! Вертик! О, это типа спасательная миссия у нас, мы должны спастись. А, ну все, короче, мы спаслись, типа. А, ну да, типа, ребята, типа спаслись. Ребята, загрузил карту, называется Mission Kill Breen. Миссия убить Брина. Представляете, как это часть с игры, короче, добавка Half-Life 16. Ого, здесь уже атошники. Ой, красиво находит стрелу. Видели, как стрела полетела? На. Ой-ой-ой. Хорош получается. Это получается, мы сейчас Брина должны, ребята, замочить. Я думаю, что у нас получится. Ого! Обложной огонь, пацаны! Огневая точка. О, жизнь. Патроны. Ну давай убивай. Это жесть просто. Ой-ой-ой. Так, тихо-тихо, под патроны не лезьте. Вот это жесть, ребята, что творится. Ого, их тут! Вот это они Брина защищают. Неплохо так. Ого, сложил. Арбалет рулит. Вот еще один. Красиво улетел. Так, жизни тут нигде нету же тут. Граната. Нифига себе, они гранату понаплаждали. Красиво ты его сложил. Угол пустой. Ай, прям в меня гренку кинул. Давайте подождем, пока взорвется. Ой-ой-ой, трупы разлетелись. А, ты живой еще? Так, приближаемся к нашей цели. А еще? Да, они там позашкеривались. На, нормально. Ты что по мне стреляешь? 15% жизни. Житухи. Вот хилочка выпала, хорош. Еще хилочка. А, ты забрал. Так. Нифига себе, они запилили. Полноценная миссия, пацаны. Может, в ящиках жизни есть? Давайте проверим. Такой ж может быть? Ты проверял уже? Так. Так. Вот тут освещение выставлено прям. Так, налево, направо. Давайте направо пойдем.
Мы налево. Нифига себе их тут. А, это то же самое. Хорош, я их снял. Уже какие-то поезда идут. По голове получи. Пацаны неплохо с ними справляются. Давайте посмотрим, тут никаких нету хилочек. Ого, красиво он крякнул. На. О, робот прилетел. Убивай. Да вижу ж. Так, ну шо, сюда давайте. О, жизни. А, не, патрончики были. Ребят, сюда. Во, подобрал, неплохо. Вот еще один. Улети отсюда. Вот это мы классную миссию вообще запилили. Пока мне самая лучшая загрузочка в этой серии. Офигеть, а сколько еще там есть таких крутых серий? Это уже Half-Life, не знаю. Да, да, я говорю 16. 49. Патроны кончились. О, отойди от них, отойди оттуда. Хорош. Хорош, раздуплил. Пацаны, ловите труп. Ой, вон последний остался. Так. Так, надо что-то взять. А, дубинка мне ихняя выпала даже. Так, АР-2 возьмем. Так, что где же у нас там? Брин наш? Может, сюда нам? Оно да открывается? Нет. Здесь на крышу можно. А, значит, где? Там на крышу надо. Поднимаемся, да, на крышу. Это опять начинается паркур. Да, значит, херабрин может быть на самой крыше. Херабрин. Нифига себе подсадка сработала. Тебя один подсадили и ты стреляешь. Спасибо, пацаны, вам спасибо. АР-2 шар полетел. Ой, я их там поуничтожал всех. Нифига, это что, на каждом этаже сейчас тут битвы у нас будут? Да. Так, наверное, нам сюда, может? Пойдем. Ой, их тут, ну, тут много, я вас жду. Ребят, это хорошо. Так, надо оружие себе выдать. Быстрее. Что, я выдал? Где они? Вот они. Так, а тут что, никого нет? Пацаны, мина! Мина? Опа. Давайте ее деактивируем. А как ее деактивировать? Вот так. А! Чё, ну ты, она к тебе приклеилась. Ох ты, ё-моё. Пацаны, херабрин стоит там. Так, тихо, тихо. Херабрин. Да, да, за окном. Гранату кинули, заразы. Так, ребята, надо какое-то оружие. Вот. Последний патрончик, надо его красиво использовать. На! Я разозлился. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Гранаты летят. А, я вижу. Блин, жизни мало осталось. Очень херабрина. Я херабрина убил. Все, молодец. Сейчас я перезаряжусь, пацаны, мы с вами пообщаемся. Все, мы победили. А нет, а вот все. Неплохо. Вот это была миссия очень крутая. Самая интересная из всех загрузок. Да, mission complete. Ребята, вот такая вот рубрика. И мы будем записывать еще таких много рубрик, потому что здесь сохранений нереальное количество штук. Даже сиреноголовы есть, и монстры Хендерсона. Очень много классных режимов. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы записали еще такой классный режим, ставьте лайкосики, напишите в комментариях. Обязательно, мы хотим. Но если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.